Привет, Ютуб. Стоит. Ох, да чего же, хорошо-то. Видишь, стоит. Пора покушать. Это наш с тобой ужин будет. Сегодня снова на повестке дня Кыргызия. Альхони, по-моему, нам доставил с тобой. Я не помню. Там китайский самовар нам мешает. Вот такой вок. Рамен вок. Мастер вок. Лапша быстрого приготовления с кимчи. Видишь, какой самостоятельный. Сам перемещается. Сам выключается, включается, сам все делает. Но, ребятки, дабы просто так не прошло видео, сегодняшний день, очень бы хотел вас познакомить с одним каналом, с моим тезкой. Максон, привет, дружище, тоже Макс. Макс так все хорошо подгадал. Макс Фуд канал называется. Ну, Макс, потому что Макс, его в честь меня назвали. Нет. А фуд, потому что мы с тобой кушаем все время, пора покушать постоянно у нас. Это наш с тобой последователь, по сути. Насмотревшись канала, он решил свой запилить. Канал совершенно молодой, и вы бы сильно очень его поддержали своей подпиской и активностью. У Макса сейчас очень непростое время, тем более, кроме того, несмотря ни на что. И это не платно, не подумайте, что это платная какая-то услуга. Это наш подписчик с тобой долгое время. Макс, тоже Макс, и он подписчик. Макс Фуд, так и оставляет комментарии под никнеймом Макс Фуд. Подпишись! Там не так много еще видео, но канал на старте. И у нас отличия радикальные. У него релаксы спокойные такие, ламповые, очень спокойные, в общем, видео. В отличие от нашего контента, у нас очень динамичные видео на нашем канале. Где-то даже очень агрессивные в некотором степени. А у Макса там релакс, спокойствие, расслабон. На чили, на расслабоне, короче говоря. Залетай по ссылке, в закрепленном комментарии будет ссылочка на канал Макса. Ты ему очень поможешь. И это наш с тобой сподвижник. Он по нашим стопам с тобой идет просто. По сути, адепт канала нашего. Отросток такой. Поэтому его обязательно поддержать надо. Давайте хотя бы там сотни две-три сделаем подписчиков. Но не просто там тыкнул, подписался и ушел, а активность. И обязательно передавайте от нашего канала привет Максу в комментариях на его канале. Этим вы и активность создадите. А какой-то что-то как будто бы обед будет. Ладно. Вот такие дела. Еще раз говорю, это не платная услуга, просто хочу поддержать очень человека. Ему наша с тобой поддержка сегодня как воздух нужна. Я тебе лапшу уже показал. Возможно, даже, если мне не изменяет ни с кем моя память, может, мы ее ели с тобой. Вот смотри, тут с яйцом обязательно яйцо есть. Халяльное. Халяльная лапша. Жиры, белки 448 тысяч калорий, 1875 килоджоулей. Чайник закипел, что ему остывать? Пойдем откроем и заварим. Но мы опять применим стратегию вот такую. У ЛГ тоже такая пачка есть. Мы по две пачки берем, если есть такая возможность. Такая пачка у Любовь Геннадьевны есть. А мы с тобой внедрим туда капсаицин в умтрисоус. Сразу слюни бегут. И у нас два галета вместо хлеба и печенька с кунжутой. Хочу. Кстати, эту лапшу, если ты захочешь найти, можешь посмотреть вот здесь на Валбаре. Вот такой ценник, вот такие характеристики. Это полное описание всех данных об этой лапше. Кыргызская лапша, как Алькони. Конкуренты, мастер-вок Алькони. Есть даже на Яндекс.Маркете эта лапша. Также есть она и на Озоне, но там какой-то пак из трех штук получается. Получается так. Пока тебе все объяснишь, так и самовар остынет 300 раз нафиг. Тут яйцо есть. Так, а где яйцо? Яйцо где? Трофли, что ли? Брикет вот так выглядит, он уже пахнет. Сама лапша в сыром виде, она уже с какими-то переправами. Жир мой сюда поставим, дабы он растопился. Сухофрукты овощные. А, да, D01, реактив вот этот, где сделано с любовью написано. Ну, та лапша, которую мы тогда, когда-то ели, она вкусная. Ой, пахнет изумительно. Сразу все всыпаем, ибо сегодня мы как сюп будем с тобой кушать. Похлебать хлебалом захотелось. Хлебало же не только для того, чтобы ему каждый день зубы чистить, блин. Хлебать им иногда охота. Так, возливаем хорошенько прям воды вот так. Но я пока не вижу никакого лица здесь. Может, обманули? Накрываем и ждем минут 5-7. А чего так мало? Мы с тобой помним тогда, что у Алькони была трабла, она вкусная, но она склеенная и плохо проваривается. На пачке нарисовано, что тут вот типа только для заварки. Ну не только, а можно заварить, можно и не варить, короче говоря. Только будем надеяться, что это не обман. Зря. Ну ждем, минуты три, потом пакет скроем с жирами, всыпем туда и еще подождем. И они посидели еще немного. А у меня видишь что? Аль, хворь приключилась.
Лоб потрескался. Просто. Лоб потрескался от капсаицина, блин. Вот от капсаицина я тебе тогда говорил, когда тогда или не говорил, не помню. Вот лоб трескается. Это от капсаицина, это опасная штука. Ну, минутки две прошло, товарищи, господа, присяжные заседатели. Я думаю, да, подтопился пакетик. Нам его надо расчленить и влить. Скорее всего, это жареный лук. Но яйца я так и не вижу пока. Теперь надо помешать маленько, чтобы оно хоть маленько разветывалось. Туда-сюда тыры-пыры-сапыры сделалось. Вот, да, она очень сухая тоже. Тоже с брачком эта лапша. Поэтому ее надо утопить хорошенько. Яйца нету. Лапша бракованная. Вот, в этих местах, видишь, она такая плотно друг к другу прилегающая. Она не будет провариваться. Надо было нам сварить, наверное, все-таки ее. Ладно, подождем, посмотрим, что далее будет. Потом еще немного. Кусать уже хочется. Давай, наверное, поди заварила хоть что-нибудь-то. О, ну да. Не обманули кыргыза. Яйцо появилось. Но оно какое-то это, такое себе какое-то. Что оно такое странное? Все какое-то дропнутое, заюзанное. Ну ладно, чем богаты, тем рады. Я еще нашел вот такой кусок сыра валялся что-то. Что валяется? Что думал валяется? Надо его съесть. Да, да, вот эти места, они так и остались деревянные. Давай попробуем в натуре сначала. Не отходя от... Не отходя от кассы! Стола. Всем такой уж полезным аппетита. Вот такой бульон он умеет. Зелень видим, жирка маленько. Вкусно, настой хорошо, но острого ничего нету. Лично для меня. Лично для меня. Поэтому много капсаицина налью я себе сейчас. Чтоб прям много. Это капсаицин в умтри соус, если кто-то не в курсе, что это такое. Это очень опасный соус. Да, твердая лапша, мне консистенция не нравится, она не заварилась. Ее необходимо варить, как и тот, как и алькони. Совсем такое себе. Ну все, приглашаю похавать. Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста. Ну ее много как-то лапши здесь, потому что и воды много приходится наливать. Не знаю, с чего начать. Давай с галеты начнем. Два галеты вот это, еще одна. А с сыром мы съедим ту сладенькую печеньку. Всем так кушать полезным птицы, говорю, не слышал? Так, стало остро. Сразу не туда куда-то. О, а я не показал тебе, тут, оказывается, даже кусочки мяса есть. Тут штопанный курдюк, чуть не уронил. Да, прям мяски. Как раньше суп был со звездочками, там мясо круглое плавало. А, ни хрена себе. Лапша откровенно сырая осталась. Прям твердая. Она вся склеена между собой. Видишь, что? Она между собой вся склеенная. Поэтому не проваривается. Не пропаривается, я бы сказал. На братишку не забудь подписаться. На нашего Макс Фуд. Чего-то не хватает. У меня еще один ядерный соус есть. Тут находится смесь от жгучего жгуча соуса, капсаицин в умтри и сладенький Хейнс. О, так хорошо. Но опыт мы уже получили, так что не зря. Варить ее обязательно, категорически необходимо. Так ее есть нельзя. Можно, но невкусно. Она просто сырая лапша. Она вот твердая прям. Не то, что это альденте, это не альденте, это сырая. Ну и ценник я бы не сказал, что даром. И вообще не проваренная лапша для желудка не такое себе. Желудка-то дольше работать придется, сложнее. По вкусу, по приправам вопросов вообще нет. Всего достаточно. Даже кусочки мяса есть. Но... Не знаю, чем это делал. Уже капсаицин в умтри соус меня не заставляет даже вспотеть, блин, что-то. Что далее есть, я не знаю. И теперь деликатес. Сладенькая печенька с кунжутом и сырок. Вкусное сочетание. Дорогущий швейцарский сыр. От Стерлинга Германа Львовича. Шучу, конечно. Мне если дом продать, не хватит, чтобы Германа Стерлинга купить сыра. Сырка. Слезы маленько появились.
Ну что по лапше Мастер Вок из Кыргызии? Уверен, если ее сварить, она будет похожа по структуре на бульдак. Она твердая и толстая лапша. Но ее категорически обязательно варить надо, потому что она сырая тупо. Вот наели сейчас сырой лапши с тобой. Вот это, конечно, минус, ни в какие ворота не лезет. С другой стороны, возможно, они жареные, но судя по цвету, она как будто обжаренная уже с приправами была. Ценник не консервативный, но лапша неплохая. Больше 400 тысяч калорий. Еще яйцо сублимированное закладли туда. В общем, неплохо. Но ты должен знать, что ее варить надо. Теперь ты знаешь. На эти грабли не наступишь, я надеюсь, если не забудешь. Ну, видишь, лоб потрескался от капсаицина. Лоб трескается, блин, капец. Ну, что-то, я надеюсь, ты почерпнул сегодня. Эмоции, информации или опыта. Или какой-то инсайт тебе пришел. Или месседж нового получил. Или узнал нечто новое. Может, ты ее вообще не видел никогда, эту лапшу. А теперь увидел. Уже хорошо. Но пока не скучай, не грусти. Скоро Макса в гости жди. Береги себя и своих близких. Здоровья сибирского. Сайонара. Пока. Спасибо за просмотр, дорогой друг. Ставь лайк. Оценивай видео. Подписывайся на канал. До новых встреч.